о красивой жизни в ближайшие 20 минут на 31-м. Это программа Beauty Time. Здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Тест-драйв – это совсем не обязательно дежурное мероприятие, которое предшествует покупке автомобиля. Иногда из этого можно сделать грандиозное автомобильное шоу с участием самых последних моделей, ну, например, автомобилей Audi. Как отмечала эта компания свое 20-летие в России, в нашем городе, смотрите прямо сейчас. Это осень – время юбилеев, как местных, так и мировых. Свое 20-летие в России компания Audi отметила грандиозным тест-драйвом. 2 дня загородных гонок, 200 заездов, более 200 участников. Мы празднуем 20-летие Audi в России. И сегодня вместе с Audi Россией мы делаем грандиозное, считаю, мероприятие по своему масштабу, по участию автомобилей, самых главных сегодня героев нашего мероприятия. Это весь модельный ряд Audi плюс RS спортивной версии автомобилей. RS7, RS6, RS5, R8. Сегодня вы можете протестировать, побывать за рулем, можете посидеть рядом с водителем и также ощутить не только этот драйв, эмоции, комфорт, но и погрузиться вообще в мир Audi. Наши гости находятся в автомобилях, и мы рядом с ними не сидим. То есть они в более комфортных условиях для себя могут машины тестировать. Мы рассказываем, каким образом это делать. Они имеют возможность интенсивно разгоняться. Представляете, как разгоняется автомобиль, который первую сотню разменивает менее чем за 4 секунды. В частности, RS6 Performance разгоняется за 3,7. То есть это реально быстро. Так вот, наши участники имеют возможность протестировать и динамику разгона, посмотреть, как автомобили замедляются, причем делать это действительно активно, поманеврировать до достаточно высокой скорости и понять, каков характер этих автомобилей во время движения по асфальту. 20 лет – повод не только подводить итоги, но и смотреть в будущее. Здесь, на тест-драйве, оно было представлено в лице самых юных гостей автомобильного праздника. На какой машине ты катался? На Audi Q5. Audi Q5 и Audi Q7. Те же, кто не первый год в отношениях с брендом, сегодня, испытывая новые эмоции, смог заново в него влюбиться. У нас в семье 2 Audi, то есть другие машины мы не берем и не рассматриваем, мы абсолютно лояльные клиенты. Мероприятие замечательное. Ну, я сама не гоняла, гонял мой папа, ему очень понравилось, приехал под хорошим впечатлением. Мы с мамой проехали с пассажирами. Вот так. Круто, конечно, было, очень быстро, мощно, мощно. Отличный праздник, все безупречно. Мы с семьей прокатились на автомобилях Q5 и Q7. В общем, я не представляла, что эти машины можно драйвить на каких-то сложных конструкциях металлических. В общем, ну, захватывающе. Я была пассажиром и заднего сидения, и переднего. В общем, ну, вдохновляет. И желание возникает ездить и получать удовольствие от таких автомобилей. Стильные спортивные или классические, элегантные, сдержанные или, напротив, экстравагантные и дерзкие. Автомобили Audi такие же разные, как и темпераменты людей. Единственное, что их всех объединяет, это полное соответствие сегодняшнему дню. Число по-настоящему талантливых парикмахеров в нашем городе исчисляется десятками, а то и сотнями. А есть еще и просто хорошие мастера своего дела, которые отмечают профессиональный праздник 13 сентября. Как в этом году проходил День парикмахера, смотрите прямо сейчас. Танцевальные ритмы 80-х, дресс-код в стиле диско. На этой вечеринке нет ни одного плохо причесанного гостя.
Сапожник, может быть, и бывает без сапог, но к челябинским парикмахерам это не относится. Они всегда работают по выходным и праздникам, но раз в году собираются все вместе, чтобы набраться сил и вдохновения. Так как мои коллеги вообще мало отдыхают и много работают, хочется максимально им сделать этот день свободным, танцевальным, вкусным и счастливым. Вот. Мы очень долго думали и, собственно говоря, пришли вот к такому очень веселому, как сказать, стилю 80-х годов. Мне кажется, это очень жизнерадостный стиль, и как-то к нашей профессии это очень близко. Мы хотели с самого начала дать людям нормально потанцевать. Вот сегодня мы больше создаем некую такую волшебную атмосферу диско, такую яркую, жизнерадостную, чтобы люди могли спокойно отдохнуть, пообщаться между собой, потому что многих вот профессиональный праздник – это такая одна из немногих возможностей встретиться, пообщаться лично, да, обменяться какими-то новостями. Самое главное, чтобы это было весело, потому что тут какая-то такая своя атмосфера, позитивная очень, все друг друга знают, такое доброе, теплое отношение друг к другу и вообще теплая атмосфера. Несмотря на то, что конкуренция в этой сфере большая, здесь собрались не соперники, а коллеги. Профессионалы, которые уверены в себе и своих силах, готовые обмениваться опытом и делиться друг с другом позитивной энергией. Парикмахеры – это очень творческие люди, есть среди них очень необычные люди, это очень энергичные, заводные, где-то вспыльчивые, где-то наоборот. Мы вообще другие, мы космонавты, таких людей больше нет, я считаю, что как вот… У нас отдельный мир. Мы работаем в сутки напролет, мы мало отдыхаем. Город живет по другому абсолютно плану, все работают днем, когда мы, то есть нам некогда ходить по магазинам, нам некогда отдыхать. Самое главное, наверное, мысли творчески, понимать людей и чувствовать их, чтобы понять то, что они хотят, и подарить им хорошее настроение, красивый образ и улыбку на лицах. Общение с клиентами, получать хорошие отзывы, видеть счастливые лица людей. Профессиональный праздник – это всегда повод для гордости за свою работу, когда как-то особенно ценятся твои ежедневные старания. День парикмахера в этом году выдался искренним и душевным, впрочем, каким и должен быть настоящий мастер. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Конкурс «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями проходил в Челябинске уже во второй раз и смог произвести невероятное впечатление на всех присутствующих в зале. Некоторые яркие моменты шоу в программе «Beauty Time». Последняя неделя конкурса «Рожденная побеждать» оказалась особенно насыщенной. На загородной базе проходили мастер-классы, фотосессии, постановка танцев и дефиле на колясках. Сегодня у нас один из важнейших этапов – это подготовка к фотосессии, сама фотосессия. Фотографии пойдут в буклет. Буклет увидят у нас члены жюри на финале конкурса 16 сентября. Вообще я в своей жизни на профессиональном макияже ни разу не была. И сидишь вроде, да, тебе там что-то делают с лицом, потом когда ты смотришь в зеркало, ну это необычное такое ощущение, потому что я себя еще такой не видела. К челябинским участницам присоединились девушки из других городов – Тюмени, Сургута, Йошкар-Олы, Самары и Екатеринбурга. Всего в финале примут участие 34 конкурсантки.
Мы приехали в понедельник, познакомились с организаторами, провели нам мастер-класс по одежде. И, как сказать, вчера была поездка у нас, сегодня у нас нас красят, делают прически. И, то есть фотосессия очень интересная. Мы каждый победитель, мы побеждаем в первую очередь себя, какие-то наши страхи преодолеваем, социализируемся и именно наравне с другими людьми. Это очень важно, я считаю. И самые только лучшие ожидания от этого конкурса. Очень ждем финала именно, потому что много еще даже для нас остается загадкой, в каких мы будем нарядах, какие у нас будут прически, какие нас ожидают сюрпризы. Это все пока что... Призы тоже. Мы еще этого ничего не знаем, поэтому прям очень-очень ждем. Финал конкурса состоится в конце недели. И уже в следующем выпуске Beauty Time мы расскажем, как все прошло. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Универсальная юбка плиссе длиной чуть ниже колена этой осенью в качестве ультрамодного тренда вновь возвращается в гардеробы. В этих коллекциях плиссировки практически прямого силуэта, а потому их можно носить хоть с объемным верхом, хоть с приталенной водолазкой и бомбером. Еще одна женственная, но при этом ультрамодная идея – цветочный принт на глубоком синем фоне в духе современного искусства. Этот мотив украшает платье лаконичного силуэта, летящие блузы, трикотажный бомбер, украшенный стразами. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. 6 красных «Фольксвагенов» Пола, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до 3 кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. В программе Beauty Time в этом году 15. Отметить это событие мы решили серией сюжетов, снятых за полтора десятка лет существования программы. Итак, красивые люди в красивом городе, 15 лет, история в лицах.
Привет Челябинску, вы смотрите Beauty Time. Вы смотрите Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. 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 Beauty Time. Hello, Beauty Time. Привет, Челябинск, вы смотрите Beauty Time. Beauty Time. Hello, Beauty Time, I'm Ева Мендес. Вы смотрите Beauty Time. Hi, this is Will Ferrell, and hello to Beauty Time. Hello, Beauty Time. Beauty Time. Hello, Beauty Time. Меня зовут Митя Фомин, вы смотрите Beauty Time. Hello, Челябинск, you're watching Beauty Time. Yo, what's up, this is Coolio with the flow, you're checking out Beauty Time. Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.